И всем привет, с вами я Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я вам покажу очень крутой видеоролик, который вам понравится. Итак, смотрите. Итак, вот я зашел на свой профиль Steam и думаю, что здесь изменилось. Изменилось то, что вышло новое обновление Steam, а именно летняя распродажа, которую вы можете сами посмотреть. Вот летняя распродажа. Все игры по полцены, даже какой полцены тут... Реально все дешево. Есть какие-то планеты, есть какая-то это. Но я немного поговорю об этом, я буду затягивать. Поэтому просто заходим сюда. Можно здесь нажать play, а также посмотреть прокачивание персонажей всяких. И всякое такое. Тут можно все почитать, но он тут все на английском. Но Steam у меня на русском. Не знаю, не перевели, значит, еще. Но это не самое главное. Самое главное то, что здесь вы можете прокачать своего инопланетянина. И прийти на какую-то планету, в общем, все сложно. Здесь вы все можете почитать. Не помню до какого это числа, но, по-моему, это до июля сделано. Нажимаем play. Так, здесь что-то у меня какой-то глюк пошел, ну да ладно. Странно. Так, все, я вошел. Смотрите, вот мой профиль в этом пришельце, да, смотрите. Вот он, то есть он на первом уровне, можно его посмотреть. Вот он, то, что у него есть. Здесь можно поменять то, что у него находится. Например, я поменяю так. Здесь вы можете поменять абсолютно все, что угодно. Посмотреть все... то есть создать своего пришельца как-то, я не знаю, как это объяснить. Так, ну, например, я не знаю, какой себе поставить. Например, ну, пусть будет вот такой. Я не знаю просто, что еще придумать. Типа... клешни или что такое. Ну, допустим, ладно, пусть будут такие руки. Так, ноги. Ноги тоже можем придумать какие-нибудь. Какие есть. Ну, пусть будут такие ноги. Нет. Такие. Вот, смотрите. Такие ноги. То есть такой у нас персонаж получился. Я не знаю, как по другим вот этим вещам, но я пока что это выбрал. Мне пока что то, что я выбрал, мне все это нравится. Так, по-моему, здесь где... А, вот, можно желтого построить. Давайте желтого построим. Так. Я его сразу желтым тогда сделаю. Ну, то есть... Хотя нет, зеленый покруче, наверное, выглядит. Короче, здесь три цвета, которые вы уже, наверное, поняли. Не буду на этом время свое тратить. Так, я построил его. Вот у меня первый уровень. Spanish Level 1. Опыта у меня 0 из 1200. Есть разные планеты. То есть раз, два, три, четыре, пять. Но это еще не все. Где-то сейчас... А, не здесь. Так, здесь я объясню сейчас, что делать надо. Например, я беру планету. Например, мне из этих планет нравится, например... Не знаю, давайте вот эту, который... Все-таки у нас зеленый наш пришелец, поэтому... Здесь можно посмотреть, кто и где живет, на какой локации. Мы выбираем... Можно выбрать свою локацию и получить... предмет. Мы получаем предмет. Да. Вот я, например, уже получил еще предмет. И вот я появился. Не знаю, что это. Пока что первый раз... Так, надо сыграть. Играем в игру. Не знаю, что это получится. Так. Так. Так, убиваем этих монстров, которые здесь вылезают. Так. Так. Какие-то синие монстры вылезают. Это странно, такого в Steam раньше не было. Первый раз это вижу, блин. По-моему, это надо защитить свою какую-то штуку от монстров. То есть я могу этим всем врачать и убивать врагов. Наверное, вы сами это все попробуете. Себя на аккаунте. Так, погнали, какие-то такие уже эти. А, видать, за это дается опыт. Еще минута у нас есть. Ясно, я только сейчас понял по времени, то, что это все делал. Все, я слил, по-моему. А, у меня секунды есть, ладно, сейчас. Что-то я... Ладно. Так, погнали. Заново. Порестартнули нас. Все, дальше, блядь. Так. Убиваем. Я первый раз это играю, я не знал, что это есть. Только сейчас. Не успеем. Все, не успеем.
успел. Еще 20 секунд. Так. Так. Давай, 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 давай. Так, осталось несколько секунд. 5 секунд, ладно, подождем. Как раз вот уже все закончилось. Так, окей. Так, это типа, что это такое, я не знаю. Геймы, ладно, continue, нажимаем. У нас пока что все равно первый уровень. Давайте еще что-нибудь попробуем, давайте еще раз. Я не знаю, давайте. Давайте вот это. Нет, это я не могу. Ладно. Давайте еще раз. Давайте я просто посмотреть хочу. Опять эту же фигню. Еще мне дали 3 предмета. Если вам будет видно. Мне уже дали 3 предмета, а был только что один предмет. То есть за то, что я прохожу вот эти вот игру, вот эту вот, мне дают какой-то предмет. Еще проверим, дадут ли что-то еще проверим, если пройду. Я буду проходить. То есть чем больше тыкаешь, тем дают. Так, поэтому будем тыкать так. Блин, залагало. Капец. Сори. Так. Погнали. Так, у нас есть еще целая минута. Время еще есть, погнали. Так. Видимо, с уровнем дают какие-то дополнительные пушки. Но так в это можно играть целый день вообще. Так. Тащим. Все, я сам себя обогнал уже. Ладно. Потому что я меньше стал сливать и стал тыкать по мышке. Чтобы пройти вот это вот. Так. Окей, что дальше? Сейчас еще. А, то есть я даже просто по времени, мне даже никого не убивать не надо. Мне просто дают опыт за то, что я играю просто. Так, 535, ладно. Дали мне опыт почти в уровень. Давайте еще раз. Думаю, за это ничего не будет. Ладно. Я хочу вам просто показать, что... Так. Так, погнали. Уже 4 предмета. Давайте еще раз. Последний раз. И под конец еще расскажу, что мы добавили. Так. Убиваем их. Блин, залагало. То, что лагает, это, конечно, минус. Ладно. Немного лагает. Это, наверное, из-за того, что я снимаю. Да. Так. Пускает меня игра убить. Не пропускаем. Вроде игра сама простая, но, блин, со мной сложно. Так. Интересно, есть уже у меня второй уровень-то? Нет, наверное, еще. Ждем. Я не помедленнее иду, блин. Поэтому убиваем сначала самый быстрый.
все, второй левел дали. Все, на втором левеле. Не знаю, что дали нам. Тут типа можно вот что-то поиграть. Или что это такое? Не знаю, у вас покажет эта штука или нет. Нет, у вас она не показывается. Это фигня, ладно. В общем, какая-то игра выпала. Я не знаю даже, как показать. Сейчас попробую поменять окно. Вот. Нет, ну не показывает, ладно. Sorry. Ну, короче, дали вот такую вот фигню. Не показывает, извиняюсь. Ладно. Так, 5 предметов, да? Ну, вам тоже, Зеновасова, там непонятно. Так, нам дали. Значит, смотрите. Я сейчас обновлю. Это что-то лагает странно. Вот, мне дали медальку. Так, мне дали медальку, да. Мне вот эту дали медальку. Silent Rank 1. То есть, за то, что я поиграл, за то, что я второй уровень получил, мне дали медальку. Так, дальше. Заходим сюда. Здесь, ну, у меня карточки. Дали какие-то вот эти вот карточки. Типа, за то, что я поиграл, дали карточки, которые... Вот их, короче, дофига. Так, действительно они. Так, они получены. Так, это тоже. То есть все в карточке, да. Теперь переходим сюда. Вот эта коробка, которую мы получили за уборку. Была распродажа уборка, что-то такое. Дали, короче, коробку Mystery и Item. В этот момент, вот сейчас, вот в летнюю распродажу, ее можно открыть, эту коробку, и сейчас я при вас ее открою. Я посмотрю, что там выпало. Окей, нажимаем. Так, и мне выпало. Как ни странно, мне выпали какие-то 2-5 пришельца. Я думал, что-то покруче выпадет. Но мне выпало 2 пришельца. В разных формах. Двое. Так. Play now. Ладно. Так, мы можем зайти в эту игру. Так, и, наверное, переодеть. Да, я так понимаю. Да, нам дали шмотку. Это то, что, видать, я на втором уровне. Мне дали шмотки. Какие-то такие шмотки на него. Я думаю. Капец. Давайте вот коробку. В коробке он вроде круче выглядит, не? Так, шапка. Это шапка. Типа здесь должна быть шапка какая-то. Какая прикольная. Кепка. Типа как... Нет. Вот это вот, типа как бомж. Точняк. Все, супер. Сохранить. Все. Вот так мы создали персонажа. На этом все. Ребят, еще там была какая-то фигня про скидки. Сейчас, если найду, то я вам расскажу. Смотрите. Так. Я не помню, где я искал. Но я где-то точно искал. Вот, летняя распродажа. Вот. Присоединиться. Так. Это, видать, по планетам. Нет, это планета, нет, не то. Где-то я здесь нажимал, и здесь были планеты. Но я не знаю, сейчас они где. Но сейчас доступна планета... Вот это вот. Так, можем посмотреть игры, которые входят, например. Это игра, которая у меня есть уже. Deus Ex. Посмотрим сейчас. А вот по скидке сколько она сейчас стоит. Как-то так. Вот и все. Вот сама распродажа, вот само вот это обновление Стима. Пока что больше ничего нету. Ну или я вам, если я вам что-то не рассказал, то обязательно напишите в комментарии. Ну а на этом выпуск закончен. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!